сегодня у нас на разборе такой проект, как Ferrum Network. Ferrum Network – это высокоскоростная сеть взаимодействия для реальных финансовых приложений. Революционная технология Ferrum объединяет сети для высокоскоростных и недорогих транзакций для большинства цифровых активов. Активов, к которым мы привыкли. То есть это биток, эфир, ну и все топовые, и еще много-много-много различных криптовалют. А также Ferrum Network стремится предоставить миллионам людей по всему миру передовые финансовые продукты, включая шлюзы фиата, кошелек без хранения ваших данных и блокчейн на основе DAG, в котором будет использоваться их токен. Ferrum Network имеет два продукта, это биржа QD Exchange и также Unifier кошелек. QD Exchange – это децентрализованная биржа, которая не хранит у себя ваши активы и ваши данные. По сравнению с другими децентрализованными биржами, Ferrum позволяет осуществлять кросс-цепные транзакции, но все в пределах одной сети. На практике это означает, что Ferrum не ограничивается только токенами ERC-20. И пользователи могут обмениваться широким спектром цифровых валют. То есть это достаточно круто. Если честно, я даже такого не слышал. Да, мы привыкли там биржам, допустим, Delta там, или IDEX. И там только токены ERC-20. А здесь же будут и на других блокчейнах токены. И это достаточно круто. Кроме того, это намного будет дешевле и также быстрее, чем существующий DEX. И это связано с тем, что сеть Ferrum намного быстрее, чем сеть Эфириума, которая является основной большинства других децентрализованных обменов. Ну и кроме того, пользователям не нужно платить плату за газ для выполнения транзакции. Это тоже очень крутая фишка, потому что мы знаем, как много съедает у нас газа, да, при пополнении биржи, там, при выводе, при торгах и так далее. Здесь же этого не будет, нам не надо будет платить. Кошелек, Unifier кошелек, это мгновенная транзакция любого цифрового актива, также безрисковая внебиржевая торговля, мгновенные рыночные сделки. Это потому, что кошелек будет привязан именно к этой бирже, и получается, что вы можете мгновенно обменивать одну криптовалюту на другую. Также это высокоскоростная и очень безопасный кошелек. Они очень серьезно беспокоиться о безопасности своих клиентов, поэтому здесь будет одна из лучших вообще защит. На данный момент, к сожалению, проект не проводит свое ICO, они ищут только институциональных инвесторов и также стратегических. I just wanna be the one you love.